بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Вот то, что я читал, это последняя, предпоследняя сура в Коране. Самая популярная в исламе. Ихлас сурасы. Созвляйся с имя Кубиса. Куль ху Аллаху Ахад. Кого не спросишь, все знают. Где научился? Нас бабушки, дедушки, мамы, папы учили. Нек популярно, альхамдулилля. Шу сура дур джумля. В этой суре есть 4 предложения. Мин тарджима хочу сизге берерген. Все знают ее, а про что она, никто не знает. Только в этой суре полностью говорится про Аллаха. Башка сурада была, может быть, что-то про Аллаха сказано, что-то из истории пророков, что-то, какие-то наставления, назидания и так далее. А в этой суре говорится только про Аллаха полностью, в 4 предложениях. Когда человек умрет, в кабирде беренче сурау была Аллах турында. Ахиратте, в судный день, намаз турында, бірінші сұваль, первый вопрос. Первый вопрос в могиле, который будет, это за веру, за твоего Господа. Кто твой Господь? Два ангела придут и зададут первый вопрос. Кто твой Господь? Будет отвечать не мозг человека, будет отвечать душа человека. Что он в сердце, кем считал? Господом в сердце. Кто-то скажет алкоголь, кто-то напитки алкогольные, еще кто что. А мусульманин должен сказать Аллах Тааля. Миним раббим Аллах. Все, первый вопрос будет все решать. Вот, ишу сурада, ихлас сурасинда полностью говорит, кто такой Господь, кто такой Аллах Тааля. Бірінші джумля. Кул хуваллаху ахад. Аллах Тааля айта. Айт я Мухаммад. Передай всем людям, о Мухаммад, куль, скажи, да? Аллаху ахад, Аллах берев. Икяв тугел, ушяв тугел, дуртяв тугел, берев. Все во власти Аллаха. Икинчи джумля. Аллаху самад, Аллах таляйта. Передай всем людям, о Мухаммад, что Аллах ас-самад. Шо исимбар? Айма самад, самад, исимбар. Анын маанасы, оказывается, самодостаточный. Дурус была, если кыши называть человека этим именем, это будет правильно сказать Абдус Самад. Абду это означает раб самодостаточного. Потому что человек не может быть самодостаточным. Мы всегда все нуждаемся в чем-то. Вот, шо. Вот, Аллах Тааля айта. Айт Мухаммад кышыга. Аллах Тааля мухтадж тугыл. Аллах не нуждается ни в ком, ни в чем. Поэтому, чтобы Аллаху Тааля жить, ему не нужны органы, легкие, кровообращение, кровь, воздух. Чтобы ему жить, ему не нужно питаться, спать. Ему такие вещи его не касаются. Он самодостаточный. Чтобы нам вот картинку, вот я на вас смотрю, чтобы вот эту картинку воспроизвести у себя в мозгу, мне нужен глаз. Мне нужны нейронные сети. Там определенно вот это все, из чего глаз состоит. Вот в этом все мин мухтач. Мин самодостаточный тугель. Глаз убери, только глаз. Остальное все оставь. Не буду видеть. Клакны шулай. Перепонка там или что-то лопнет. Все. Эйма. А Аллах Тааля все видящий. Сифаты затия и субутия, да? Анда бар. Аллах. Всевидящий, качество Всевышнего Аллаха. Аллах видит все, не нуждаясь в глазах. Это если Аллах видит все, это же у него не миллиарды глаз, значит. Тугаль, как-то Аллах видит по-своему, как ему это подобает. Аллах слышит все, не нуждаясь в ушах. Аллах все знает, не нуждаясь в этом, в мозгу, в голове и так далее. Потому что Аллах Тааля мухтадж тугаль в этих инструментах. Учинчи джумля.
Лям ялиду ва лям юлад. Айт я Мухаммад кишига. Аллат. Нарса. Что Аллах Таля не был рожден. И он никого не рождал. Аллах Таля эти тугель. Они тугель. У него нету детей. Он вообще вот похоже, схоже с человеческими вот такими вещами. У него в это абсолютно нету. Это, знаете, вот это третье предложение суры Ихлас, лям ялид ва лям юлад, вычеркивает то убеждение, которое несут соседние религии, где говорится во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллах Таля айта йок-йок, шулайт магас, мин ати тугэль, у меня нет детей. Иисус это не мой сын, это мой раб. Такой же, как пророк Мухаммад, посланник Аллаха. Безбети шанабас Иисуска. Просто мы его не признаем как сына Бога. И так далее. Мы признаем его и любим. Это лучший из людей, пророк, как, так же, как посланник Аллаха. Тоже был в свое время. Это не часть Бога на земле. И так далее. Шулай. Дуртенчу джумля. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. И не было ничего подобного ему. И нету ничего подобного ему. Знаете, все, что мы не представим, ул Аллах Тааля тугель. Может быть, он на небе, где-то там, в космосе, наверху. Ну, давай к логике придем теперь. Ислам — это логичная религия. Вот планета Земля. Энда север. Да, юг. 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 То по-татарски, то юг. Вот. Мандакша это Аллах Таля на небе. Мандакша это Аллах Таля на небе. Чего-чего? Здесь говорит на небе, здесь говорит. Аллах что, на землю вот так, что ли, смотрит? Как-то. Нестыковка в логике идет. Вот в этом предложении есть еще одни аяты в Коране. Аллах Таля это Лейса кемитлихи шайун. Не был Всевышний ни на какой шей. Все, что, короче, есть, на вот это вот похожим. Поэтому, если человек думает, что он там, и поклоняется, и просит ему, он просит, поклоняется своему воображению. Просит своему воображению, не Аллаха просит истина. Мусульмане, в священных писаниях говорится, что мусульмане верят в Аллаха без образа, без времени. Время его не охватывает. Нельзя говорить, где он сейчас, на каком расстоянии находится. Только время не охватывает его. Без направления. Слева, справа, сверху, снизу. Нет у него такого. Существует без времени, без места, без направления, без образа. Ученые говорят ислама. Акыл человека не может объять Аллаха. Понять, да, как это какое-то там. Это не может понять, потому что ограничил Аллах. А вот кольб, сердце человека духовное, это принять может. Без шанарга можем, понять не можем. Нам это и не надо. Нам другие вещи понимать керек. Это и еще лучше это даже, потому что это усовершенствует нашего Господа Аллаха. Это вот настоящий берел, такой как он, уберел. Все, больше нету. Субханава, Аллаху Аквар. Все, без кабулы тек. Поэтому, если вы до этого не знаете, нельзя говорить, айда, так, мунда, крыша есть, шторы есть, плюк-плюк-плюк-плюк-плюк. Аллах Таля не видит же здесь крышу. Такое выражение же есть, было среди народа, ходят, сами себя обманывают. Зачем Аллаху что-то создавать, которое он не может контролировать? Ну, это такие глупости. Такое. Или вот еще воспитание детей мы воспитываем. Шулай айтма, шулай ишлема, Аллах бабай курясины. Потом Аллах бабай сине атата сделает. Аллах бабай тугель. Бабай тугель ведь Аллах таля. Шулай да айтырья ярамай. Ничего керек, знаете, Аллах тагаля керек айтырья. Тагаля Всевышний. Лучше шулай айтырьяс. Потом он будет вырастить и будет думать, что Аллах Таля, Аллах Баба, это, наверное, все-таки Дедушка Мороз. Потому что Дед Мороз тоже Бабай. Желание исполняет, айва. Шулай тугель. Оказывается, вот. Поэтому это вот сейчас, что вы услышали,
это сердцем кабулитес, и после этого искренне скажите заново «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Эдак сайтабыз. «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Все. Иншаллах, вот с этим убеждением, когда Мункар и Накир придут к нам, они когда-нибудь придут, наше время настанет, чтобы мы сказали, когда у нас спросят, «Синин Раббым кем? Кто твой Господь?» «Синин Раббым Аллах Та'ля». Субхана Раббика Раббил Айззати Амма Ясифун Вассаламин Аля Мурсалин Вальхамду Лиллахи Раббил Аламин. Амин. Альхамду Лиллахи Раббил Аламин. Вассалату Вассаламу Аля Сайидина Мухаммадин Ва Аля Лихи Ва Асхабихи Аджмаин. Ва Уфу Анна Ва Уфир Лана Ва Рахамна Анта Мавляна Фансурна Аля Лхумин Кафирин. Аллахума я мукалиба лукулуба, саббит кулуба на аладдини каватаатика лислам. Аллахума инна наауду бика мин аль-хамми валь-хузни, ва мин аль-джубни валь-бухри, ва мин аль-аджзи валь-касали. Ва мин галабати дейни ва кахари ржал, ради Аллаху та'ала анна ва анкум аль-кафати муминин. Раббана атина фи дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Раббана фирли ва ли валидайя ва лил муминина яума якуму аль-хисаба. Амин. Аллах Тааля, джаннат, бізге бөлек етсін. Амин. Тамам?